Международный фестиваль современных уличных танцев среди молодежи под названием Dance Open Fest прошел в спортивном комплексе ЖАИК. Для участия в фестивале были приглашены молодые коллективы из городов Астана, Алмата, Москва, Ростов-на-Дону, Казани, Махачкала. Главной целью мероприятия является развитие лучших традиций популярных направлений молодежной культуры, совершенствование форм организации досуга и обмен творческим опытом. Всего в фестивале приняли участие почти 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Фестиваль прошел в форме танцевальных поединков между командами, а также в форме индивидуальных состязаний участников. Данный фестиваль организован фондом молодежи РАУАН при поддержке областного управления по вопросам молодежной политики. Цель нашего мероприятия, это, конечно, самое первое, это пропаганда здорового образа жизни. Это поднятие культуры нашего уровня, там, вот, танцев. Это повышение уровня наших танцоров. Это также, чтобы вовлечь молодежь, чтобы у них пробудилась любовь к хип-хопу, к танцам, ну, к здоровому образу жизни в целом. В этом году много приглашенных участников из-за рубежа. И это очень классно, так как многие люди, участники, молодые, подрастающее поколение, они приезжают специально увидеть этих легендарных танцоров, пообщаться с ними, потанцевать, взять мастер-классы. И это очень классно для развития города.